Ну что, дорогие друзья, добрый день всем еще раз. Возвращаемся к второму матчу в рамках выпуска Retro International. Взяли мы для разбора матч 2012 года, матч, который прошел в рамках финала Виннеров International под номером 2. И команда Invictus Gaming играла против команды Natus Winzer. Немножко приоткрою вдруг, если для вас занавес там вообще присутствовал, приоткрою этот занавес. Команда Invictus Gaming в итоге стала победителем того International. Забрали титул чемпиона, забрали 1 600 000 по долларовому эквиваленту. Ну и оказались самым богатым и самым крупно зарабатывающим клубом 2012 года. Нави шли на второй позиции только потому, что и на самом International оказались под номером 2. Разумеется, что призовые International — это главная прибыль вообще для команды по доте, которая возможна. Ну, команда Na'Vi шла достаточно уверенно к гранд-финалу, шла по сетке виннеров, ни разу в лузера так и не упала. И по сетке виннеров они оказались в гранд-финале против все тех же Invictus Gaming. Данный матч был за два этапа до этого момента. Ну и что пошло в финале, в гранд-финале точнее, в битве за главные призовые, что пошло не так у команды Na'Vi, мы, я думаю, все прекрасно помним, поэтому берем матч немножко подальше, где Na'Vi оказались сильнее. Ну и посмотрим, почему и благодаря чему вообще Na'Vi оказались сильнее, и что же сейчас не так у команды Na'Vi, что бедняк не пригласили прямым приглашением на сам International. А ведь все-таки не пригласили, и вы об этом должны, в принципе, знать. Если не знаете, то скажу, Na'Vi пробивались на International через квалификации, им пришлось плотнейшим образом попотеть, чтобы в европейской сетке вырвать победу на квалах и все-таки организовать себе поездку в Сиэтл не просто как зрителям, а как участникам и участникам в борьбе за максимальный, за всю историю киберспорта приз, который уже перевалил через 12 миллионов. Это же не деньги, это же просто... Это просто с уму непостижимо. И вот Na'Vi за эти деньги будут теперь бороться. Правда, это не те Na'Vi, и остальные команды не те. И IG там, и они тоже не те. Они другие, потому что время идет, и Dota достаточно динамично развивается. И сейчас совсем не та вообще, не те команды, которые придется нам наблюдать в августе этого года. Ну, вы видите по самой Dota, что она была... не такой, потому что до того, как можно пикнуть двух героев в данном вот CM-моде турнирном, приходилось банить троих героев. Не так, как сейчас. Два бана, два пика, два бана, два пика, один бан, один пик. Нет, три бана и пикай двоих. Потом еще бан и еще двоих и еще один бан. Ну, теперь команда Na'Vi по-прежнему остается без Пуджа. Против LGD этого Пуджа засветили, показали, что он может. Пуджа пикать команда Invictus Gaming Na'Vi не дает. Команда Na'Vi забирает себе Рубика. Забирает себе Рубика, и Рубик, скорее всего, для Арсарта в данном случае. Как я понимаю, да, так и будет. Для Смайла у нас будет Рубик, для команды Invictus Gaming уже два героя забрали. Это Dark Seer, это Naga Sirena. Naga Sirena, которую, в принципе-то, как керри никто не видел на тот момент. Это Naga олдскульная, та самая подруга, которая занималась у нас усыплением не только бдительности, а самих игроков, которая спасала свою тиму, которая могла зацепить сразу пятерых. Удачную позицию можно было выбрать, а потом отжимается сон и начинаем драться. Джаггер от команды Natus Winzer. Джаггер, который тоже сейчас стал максимально популярен, но вы посмотрите на Dota, это не тот Джаггер, никаких момов, никаких башеров. Джаггеры собирались иначе, Джаггеры эти были иные, нежели вот еще 3-4 месяца назад. Такими Джаггерами мучила нас любая команда, абсолютно любой вообще, абсолютно любой географической зоны, будь то Азия, будь то Европа, будь то Америка. Эти Джаггер, тот Джаггер немножко другой был, и этот Джаггер в новинку, в общем-то, был к 2012 году. Команда Invictus Gaming забрала себе Сыра. Сыр, скорее всего, отправляется у нас на сложную. Сыр, кстати, из пиков не уходит. Либо это бан, либо это пик. В то время Сыр и Нигма — это вот герои, которые должны быть обязательно либо пикнуты, либо забанены. Ну и со стороны команды Invictus Gaming уходит у нас Dark Seer в пик, а со стороны команды Natus Winzer отъезжает Enigma. И
что, кстати, примечательно. Enigma так потихоньку, по чуть-чуть, где-то в пиках появлялся все время. Появлялся постоянно просто, собственно, с периодичностью некой. Ну и со стороны команды Na'Vi сам пик Enigma подразумевает какой-никакой, но масс-файт. То есть без Enigma, точнее с Enigma, масс-файт must-have, потому что иначе зачем вообще брать такого серьезного и такого крутого героя с таким важным скиллом? То есть Black Hole тут, конечно же, определяющим станет для игры команды Natus Vincere. И со стороны Invictus Gaming. Tidehunter забирает себе команда Invictus Gaming. Я так подозреваю, что эту игру я приблизительно смотрел. По-моему, это та самая игра, где кому-то надо будет БКБ прожать и дальше поменять вообще ход матча. Ну и... да, посмотрим, как все это было и что к этому вело. Хайлайты мы все видели, хайлайты мы все помним. Ну и тот вариант, собственно, мне лично будет, например, интересно посмотреть, как к чему вообще в этой игре шло. И игра, напомню, это еще раз станет переломной. Команда Na'Vi сможет после этой игры додавить своих соперников, додавить Invictus Gaming и отправить их в сетку лузеров сражаться с LGD. Na'Vi банят Тинкера. Не дают Тинкера команде Invictus Gaming, причем второй раз. В бан у нас улетает Фурион. Заметьте, Фурион у нас только в 2015 году стал непикабельным в принципе, потому что до 2015 года 14, 13, 12 в частности Фурион обязательный был герой, которого либо пикнут, либо забанят. Если не ошибаюсь, в 2012 году Фурион в топе был по вниманию команд. Либо его забирали, либо его банили. Ну, в любом случае, обращали внимание на него 100%. Ну и что? 5 банов. Все, баны закончились. Вот такая была схема. Ну, приятно для себя отмечать что-то из прошлого. Сначала 3 бана, потом 3 пика. Потом 2 бана и еще 2 пика. Ну и вот такая комбинация. Не так, как сейчас. Что тоже примечательно. Invictus Gaming забанили Бруду. Бруду команде Na'Vi не забрать, но я так понимаю, Бруда здесь по данному пику и не планировалось. Shadow Shaman для команды Natus Vincere. Джаггер у нас для хвоста. Enigma, как я понимаю, для Пупея и на Рубике. А на Рубике, по-моему, в то время очень плотно, да, в чате я вижу, писали. Ну и сейчас я вспоминаю, что на Рубике-то катал невероятно мощно Дэнди. На тот момент Рубик только появился, и Рубик... Рубика Дэнди вообще-то мейнстримом сделал неким, и чудеса на нем творил невероятный. Мидлейн Рубик, который равных себе не знал. Ну, посмотрим. Приятно, я же говорю, еще раз будет вспомнить данные моменты. Вообще, что по команде Na'Vi стоит сказать? Команда Na'Vi после артстайла игру свою не потеряла. Стиль сохранился, скилл у ребят сохранился, и самое интересное, что сохранилось вот это вот некое ребяческое отношение к самой игре, даже на самых серьезных вообще этапах. То есть где-то можно подслить, ничего страшного, как-то поднатужимся и катку вытащим. Ну и до поры до времени это работало, вплоть до 2013 года это работало, когда Na'Vi крылья в гранд-финале не обломали, и когда, собственно, на спад не пошла вся команда. Ну и помните, что было в 2014-м, там уже халявой не пахло, и Na'Vi вывести не смогли. Ну хотя индивидуальный скилл, конечно, не уменьшился. Но с другой стороны, вот сейчас к 2015-му индивидуальный скилл вызывает очень много вопросов лично у меня. Касательно Дэнди, касательно артстайла, который вернулся вроде бы грандиозный состав, восстановил лучшие из лучших, и Фаник из сложная линия, который... Вроде как бы и помощнее самого Ласта будет, и артстайл, который вроде бы поинтереснее Пупея. Ну вот мы смотрели, как Пупей выступает на Mars TV турнире и выигрывает вместе с командой Secret данный турнир. Как там артстайл выступал, нам не удалось посмотреть. Но вот как команда Na'Vi там выступила, мы знаем. Команда Na'Vi из 4 матчей, сыгранных на последнем крупном турнире, проиграла 4. То есть 100% неудача для команды Na'Vi. И что к 2015 году можно понять о команде Na'Vi? Команда Na'Vi неспроста оказалась в квалификациях International, а не прямым приглашением. Только потому команда Valve, команда вот, организаторов из Valve сделала так, потому что понимает, что Na'Vi стали слабее, и было бы незаслуженно отправлять их на International. Вот, лично я в одном из своих стримов
как-то распинался и рассказывал, что не может вообще в принципе такого быть, чтобы Na'Vi не пригласили прямым инвайтом. Вот что это просто нелепо, потому что Na'Vi медийные персонажи все как один, что Na'Vi очень популярный и на них зарабатывает деньги не только сама компания и организация Na'Vi, но и Valve, потому что в рамках их главного турнира внимание к Денди, к Фасту, оно просто максимально. Поэтому, чтобы не пригласили у нас Денди и с ним не фоткались и не записывали интервью 157% журналистов, я как-то и представить это не мог. Valve бросили под молотки команду Na'Vi, и Na'Vi устояли. Что еще раз говорит о каком-то духе чемпионов. И опять же, возвращаясь к этой схеме, по которой действует Na'Vi, они запихивают себя в самую глубокую задницу, а потом из нее стараются выбраться, и в большинстве случаев у них получается, пока что схема работает. Они оставили себя своей потрясающей хреновой игрой, оставили себя без International, и потом на этот International вот так вот грандиозно вернулись. Да, им не пришлось там сильно сражаться, они обыграли Vega Squadron. Не обыграли ни альянсов даже, и ни нипов, то есть ни эру. Они обыграли Vega Squadron соло. Ну, вроде бы неплохой игрок, конечно, но если мы говорим о топ-уровне, о уровне мировом, конечно, соло-игрок не мирового уровня, и я думаю, что он это, в принципе, неоднократно доказывал во всех своих коллективах. То, что сейчас Vega Squadron такой, данная вещь случилась, тут... Есть некая доля куража, потому что команда действительно в этом году смотрится просто великолепно. А в целом, в принципе, к соло больше претензий, чем каких-то одобрительных кивков, ну, в частности, от меня могло бы быть. Еще и в составе RockSkiz, да и вообще вся история данного игрока. Игрок хороший, игрок ровный, но при этом сказать, чтобы он каким-то феноменальным скиллом отличался, нет, я бы так не сказал. То есть на данном этапе, конечно, вот если посмотреть на всех десятерых игроков в данном матче, то любой, в общем-то, фору дал бы. Ну, Денди у нас забирает Рубика, и Денди отправляется на мидлейн. Рубик тогда еще оценивался как некий серьезный игрок. Игрок, персонаж, который может выстоять мид, например, против Пака. То есть без зазрения совести команда Na'Vi, в частности, Пупей, отправляет у нас Денди на мидлейн. Стоять против Феррари, и Денди будет стоять достаточно ровно. У Денди все здесь будет получаться. Сам же Пупей отправляется в лес на Энче. У Пупея уже есть два крипа, и Пупею, в принципе, самое время выходить. Shadow Shaman подходит у нас к Dark Seer. YYF знать не знает. Или все-таки знает, да, что его ждет. Ну, у Арсарта уже есть Шейкл. Шейклом здесь подступят YYF. У него заканчивается, кстати, здесь Сёрдж. Ну и можно подступить здесь YYF вплотную вообще. Стан пошел по нему. Еще несколько ударов. И забирает команда Na'Vi первый фраг на этой карте. Две с копейками минуты. И удачный выход от капитана на линию. Капитан Пупей. Как вообще... В каком ключе о нем говорить? Потеряла ли команда Na'Vi или... Вот, кстати, Роха, да? Вот такой вот у нас Рошан. Потеряла ли команда Na'Vi, потеряв Пупей, или все-таки приобрела? Я вот смотрю на нынешнюю игру, и мне кажется, что Пупей поинтереснее все-таки был бы как персонаж для команды Na'Vi. Na'Vi погнались за неким прошлым, вот, за каким-то в лице Artstyle. Artstyle вроде бы неплохой игрок и скилловой, но у Пупея была грандиозная практика. Практика на двух интернешнлах под номером 2, под номером 3. Причем практика в топ-матчах, а не так, как у Artstyle, например, за ту же команду Дара. То есть практика вроде бы и была, а по сути эта практика пользы никакой Artstyle не принесла, только вот пользу в плане тренировки своей психологической устойчивости. Нас бьют, а мы терпим. Нас бьют, а мы терпим. И Дарр действительно там ничего интересного не показали. Ну, в данном случае, вот в данной ситуации, Пупей как кэп для 2015 года команде Na'Vi, мне кажется, был бы пополезнее. Просто потому, что он более скилловой игрок. Может быть, команда Na'Vi в лице все того же Вани Artstyle решила вернуть былой боевой дух и на вот таком кураже, на таком сумасбродстве, которое Na'Vi творили в 2011 году, пройти до призовых мест, а там еще и побороться за важный приз. В это слабо верится, в это хочется верить. Ну, как-то вот трезвый рассудок говорит мне, что ожидать каких-то огромнейших высот от украинского коллектива
не придется. Хотя, опять же, болеть буду исключительно за эту команду, потому что как-то так повелось с момента увлечения командой Na'Vi. Это действительно One Love, тут уже не дать не взять. Мне очень симпатичен стиль данной игры и в 2012, и в 2013, и, конечно же, в 2011. Вот, но всему приходит конец, к счастью или к сожалению, но все-таки все рано или поздно заканчивается, и у меня есть печальное подозрение, что с командой Na'Vi ситуация примерно та же. Ну, поэтому мы и вернулись на некой машине времени в 2012 год наблюдать тот момент, где Na'Vi тащат. 2-0. Na'Vi на данный момент идут. Они уже смогли. Что они, кстати, кроме двух фрагов ничего-то и не сделали. Они забрали два фрага, все, тауэра стоят на месте. Но при этом Na'Vi потеряли тауэр на сложное. Лост ловит у нас Жоу. И, скорее всего, и третий фраг будет здесь. Нага Сайрен в роли саппорта. Ее бы можно было бы и ловить. Ну и здесь Чуань на лине. Кстати. Лина-то у нас фулл саппорт. Давайте вообще по пику пройдем. Тут я разглагольствую по Na'Vi, о том, как они мне интересны, как я их люблю. Как я хочу за Na'Vi замуж, как они мне сильно нравятся. А саму игру я как-то и не коснулся. Давайте по пику немножко проанализируем 2-3 минуты. И дальше вернемся к переливанию из пустого в порожнее. Так вот, команда IG взяла Лину. И Лину взяла саппортом. Взяла Нагу Сайрен. И Нагу взяли фулл саппортом. Нага, которая собирает себе аркан Буцы. Которая здесь... Постольку-поскольку, то есть фармит, потому что дали возможность. И что Лина, что он... Ну, Нага здесь, кстати, подождите. Нага-то у нас здесь и не саппорт. Нет, Нага здесь не саппорт, Нага здесь вот такой вот семикерри, как я понимаю. Ну, вообще, в большинстве случаев Нага забиралась как саппорт, который занимался поимкой более 2-3 игроков благодаря Song of Siren. Ну и дальнейший разбор от всей команды. Лина, так, у нас поймали сыра. YYF отсюда, скорее всего, уходит. А Лина, в свою очередь, тоже бралась как исключительный саппорт. Представить, что Лина у нас будет выполнять роль керри, это могло быть где-то только в пабах. Но чтобы Лину использовать как какого-то жесткого керри, мидлейнера, Лину практически не использовали, это вызывало ужас и вместе с тем восхищение, если вдруг какая-то команда забирала у нас Лину, например, на мидлейне. Все думали, что вау, и это же просто, это не команда, это сорвиголова какая-то, какие они молодцы, как они сейчас интересно зажгут. Но такое было очень редко, и в большинстве случаев все это не работало, Лина у нас отъезжала. Только потом, вот спустя там уже 2,5, даже 3 года, Лина у нас становится метой. Лина у нас идет на мидлейн, и Лина у нас прям мейнстримом диким становится на миде. Она стоит против кого угодно, у нее большой рейндж атаки, она в конце концов собирается у нас в каких-то жесточайших керри. И для меня не редкость было наблюдать, как Лина, например, у нас собирает еще и сатаники в конце игры. Или может позволить себе собрать Мьёлнир и молниями настреливать. Это потому что огромнейшая скорость атаки. А потом Октарин Коры и Отхил, и Лина, в общем-то, убийца, а не просто так ходить рядом. Ну и Лина бралась у нас с исключительной целью фёст айтемом собирать Аганим. Здесь, понятное дело, что никаким Аганимом на Лине пахнуть и не будет, потому что, во-первых, как бы не к месту, а во-вторых, он ей близко даже не нужен. Ну и данная Лина у нас роль исключительного саппорта исполняет. Фейтс в лесу. У него 8 на 2 крепстат. Он на сложную линию возвращаться не собирается. Ему там неинтересно, ему там плохо. Ну и гнобит его команда Na'Vi. Хотя так по золоту и не скажешь. 250 по голде выигрывают Na'Vi. По экспириенсу 1500 тоже в пользу коллектива NATO Swings. Что касается хвоста. Хвост на Джаггернауте. Обратите внимание, что хвост собирает. У хвоста появляется Soul Ring на Джаггернауте. У него есть Boots of Speed, у него есть, в принципе, все для Soul Ring. И чем Na'Vi ответили на прошлую агрессию команды IG? Точно такой же агрессией на Tower. У них есть хороший лесной герой, это Инча. У них есть хороший пуш-потенциал благодаря Shadow Шаману, который, кстати, вместе с хвостом сейчас забрал Tower здесь. И хвост при этом продолжает пушить. При этом с Healing Ward'ом, с промакшенным Blade Fury, никаких тебе плюсов, все по классике. Плюс, по-моему, только один, да, был? Да, две веточки и один плюс от хвоста. Ну, сам факт, что Blade Fury промакшен на Джаггернауте, и Джаггер у нас вокруг да около не ходит.
И вообще по пику команды Na'Vi, что еще из интересных вещей, не касаемо Денди. Денди на мидлейне. Денди на мидлейне, причем на Рубике. Тоже удивительно. Ну так, в принципе, Na'Vi близко к современной ситуации. Два хороших саппорта. Да, под вопросом к 2015 году мидлейнер. Ну вот, лес, оффлейн. Все это встречается сейчас. Точно так же Enigma в 2015 году заходит у нас на сложную линию. А если не заходит на сложную линию, если вдруг начинает терпеть на этой линии, то разворачивается и уходит вот сюда, где у нас сейчас находится Пупей. То есть не проблема. Точно так же действует Дарксир, точно так же действует... Так, что вы делаете? А вот эти холмовые тролли еще в начале своей жизни были такими упоротыми ребятами. Еще в 2012 году. Что творят, непонятно. Доигрались. Вот схема, в принципе, рабочая, что на оффлейнера того времени, что на оффлейнера сейчас. То есть ничего особенно не поменялось. Если оффлейнеру жизнь не дают, то вот как Фейт у нас поступил, так поступают у нас оффлейнеры со стороны команды Radiant. Так, у нас Dream Coil, ответный от Денди. Вот зачем Денди взяли руку. Денди здесь творил чудеса. Правда, не слишком хорошо все это получилось. Lost провязал у нас Black Hole и сразу же отправился в сон от команды IG. И в итоге IG забирают двух игроков команды Na'Vi. Выкупается Денди. У Денди, собственно, выкуп был бесполезным. Денди просто потратил деньги. Теперь у Денди денег вообще практически ни на что нет. И на 10-й минуте команда IG сравнивает счет. По голде Na'Vi выигрывали 2000, по экспириенсу они выигрывали 2500. Сейчас глянем, что будет немножко попозже. Ну что, у нас замес под Т2 уже команда IG. Ну и здесь Жоу на лоу хп. Жоу, скорее всего, здесь и умрет. Еще один удар от хвоста, Жоу у нас умирает. Выкупается здесь Пак. Приходит Пак в собственный лес. Разваливают достаточно быстро Рубика. Пока что файт один в один. Ну здесь Лост, Мелифейс, Феррари. Феррари, скорее всего, отсюда уже не уходит. Даблкил от Пупея. Мелифейс от Light of Heaven. Пупей просто с руки настреливал. Маны не было, импетусов не было. Пупей просто рукой расковырял своего соперника. Ну и Арсарт начинает у нас агрессию уже во вражеском лесу. Смайл завардил у нас первый клиф. Тут, в принципе, обзор достаточно мощный. Видно, где кто находится. Кстати, для кого это стак? Это могло быть, в принципе, настакано. Во-первых, для YYF, а во-вторых, для Tidehunter. Tidehunter, кстати, да, YYF у нас отстоял на сложно. И Tidehunter у нас занимался лесными приключениями. Ну что в итоге вынес Tidehunter? Давайте посмотрим. Ничего он не вынес. У него 1300-1400 по голде. У Лины 1000. И самый бедный из саппортов команды Na'Vi — это Смайл. У Смайла 200 на руках уже имеется. Ну и со стороны команды IG. По саппортам тут полная беда. У Чуаня всего лишь 1000 с копейками. У Фейта 1500 тоже с копейками. Команда IG перемещается вроде бы в пуш. Но пуш этот выглядит очень беззубо, потому что кто здесь, собственно, может пушить? Здесь пушат крипы, и недалеко стоит трипла игроков команды IG, которая даже не поднимается на хайграунд Na'Vi. То есть с реки IG не выходят на берег. Во-первых, потому что сами по себе IG не очень сильные. Они прекрасно понимают, что у Na'Vi есть перефарм. Вот. А во-вторых, потому что IG у нас и по левелу достаточно серьезно отстают. Да и Na'Vi на ранних этапах, мне кажется, по функциональнее в плане файта. Ревач еще бьет не сильно. Дарксир тоже у нас сильно не бьет. Нага не в дэмэдж идет у нас с руки, а Нага у нас занимается выживаемостью. У Жоу, кстати, тоже обратите, тоже и такое было действительно в прошлом. Собирали Нагу через Акамбуцы и через Вангуа. То есть Жоу должен был выживать, чтобы давать рептайт и быстренько сносить крипов. Тогда еще не пахло никакими радиансами. Радианцы не покупались вот таким вот мейнстримом, как это было в 2014 году. Нага на мидлейн. Нага быстренько собирает радик. Насколько это возможно, быстренько, пускай за 22-3 минуты.
В идеале это, конечно, 16-17 минут плюс. Вот. И после этого вся команда может... Ну, такой вот стиль игры в футболе. Дайте мне мяч и бегите, обнимайтесь на центр. Ну, вот примерно такая же история была и с Наги. Дайте мне выформить радик и просто стойте на базе, не умирайте. Все будет как... Я свое выформлю, иллюзии все сделаю. Ну, примерно такая была Нага. На то время Нага хоть и бралась у нас как керри периодически. Большую часть времени Нага у нас саппортила. А если не саппортила, то в роли керри играла вот таким образом. Она выживала, она дралась руками достаточно плотно. И дота не превращалась в 75-минутную ерундистику. Ну что, по голде. На Нави выигрывают 4000, по экспириенсу они выигрывают чуть менее 3000. Кстати, команду Na'Vi после удачных выступлений вот, в 2011-2012 году еще, кстати, даже и по телевидению потягали. Вчера мы говорили с вами о малазийцах. Я-то изучал Na'Vi 2012 года немного в интернете сейчас перед матчем и перед данным выпуском. И обратил внимание на такой примечательный ролик. Для всех украинцев, собственно, будет понятно. Na'Vi приглашены были на телевидение, на новый канал, и там давали интервью, пытались объяснить, что да как они вообще делали, где они заработали деньги. Да, конечно, там туповатые были и не знающие, разумеется, ведущие, которые, которых осмеял бы любой школьник, играющий в доту. Типа, как можно не знать, кто такие Na'Vi, что вы вообще знаете. Вот. Но сам факт, факт остается фактом. Как малазийцев пригласили у нас после третьего интернешнала в комитет молодежи и спорта самой Малайзии, я говорю о команде Orange, и на государственный уровень выводили поддержку, так и здесь, собственно, признание. Команда Na'Vi какое-никакое, но все-таки получила. То есть это к тому моменту, к 2012 году, это были все еще обычные задроты, которые играют в компьютерные игры и, по мнению большинства родителей, сидят на шее у этих самых родителей, но при этом на них уже обращали внимание даже телевизионные проекты и популярные, собственно, игроки получали. Но это было бы странно, если бы не получили, потому что 1 миллион долларов получить в 2011 году, ну, не думаю, что кто-то из... людей молодых вообще того возраста, которого был Дэнди, которого был Хвост, могли заработать вот такое количество денег за один год. А в случае Na'Vi это даже не за один год, это было за одну неделю. Да, они положили жизнь на это. Это была, собственно, основная работа игроков. Это был апогей их карьеры. Вот. Но сам факт, что заработок случился моментально, быстро. Они долго к этому шли, но быстро этого достигли. Просто потому, что были лучшими, и компания Valve дала такую возможность. Ну так вот, Na'Vi пригласили на программу, с Na'Vi обсуждали, как так получилось. Вы обычные ребята, вы просто играете в компьютерные игры. Вот. Выглядело это, конечно, смешно, нелепо. Здесь я не могу кадры этого эфира поставить. Смотрелось все так, типа, вы просто сидите, играете в компьютер и получаете 200 тысяч долларов. И Хвост сидит, говорит, ну, примерно да. То есть, понятное дело. Но сам факт, что социальная какая-то ниша для игроков и спорта приоткрыта. Собственно, это было давным-давно в азиатских. Так, у нас заход. У нас Нага поет свою песню. Ну и что? Здесь просто собирает всех здесь. И вот он, Лос. Лос со своим блэк-холлом. Лос, который юзает БКБ, а после этого отправляет всех в блэк-холл. И здесь Дэнди... просто пополам разрывает команду IG благодаря одному единственному важному и идеально украденному спеллу. Это идеальное преступление от Дэнди. Он забирает Ravage у Тайткантера, и команда Na'Vi здесь делает минус 5. Это Team Wipe на 18-й минуте. Здесь Na'Vi, в принципе, делают огромнейший шаг к гранд-финалу International. Они дают понять, что... просто так никакую победу никакому китайскому коллективу они не отдадут. Ну и где-то здесь случился переломный момент. Я, конечно, не комментировал в полной мере, как это можно было. Но это было бы, согласитесь, немного нелепо. Потому что это уже связано, например, с голосом, который кричал, Лос был БКБшечкой. Это уже давно-давно было пройдено этапы. И это исполняю роль больше не комментатора, а просто собеседника вашего при
просмотре данного матча. После этого Нави заходят на хайграунд. Они уже ведут со счетом 11-4, они по голде. 8 с копейками имеют по экспириенсу более 7,5. Ну и 19-я минута заканчивается. И продолжается просто издевательство над командой IG. Команда Na'Vi вместе с вардами от Shadow Shaman поднимается на хайграунд. Хвост уже нарезает. И посмотрите просто, как собирается Джаггернаут. То есть кому в 2015 году можно было показать вангард на Джаггернауте, чтобы он не плевал вам в лицо? Или, например, Нага, которая у нас вангард собиралась-собиралась, да не высобиралась. Или все-таки это для Наги будет... Возможно, для Наги тут, в принципе, и сразу Тарас не собирается. Просто сама сборка, вот, собственно, для чего все это и затеялось. Это все затеялось с одной единственной целью — посмотреть, как вообще... как оно происходило. Вангард на Джаггернауте. ПТ, Ring of Basilus, Soul Ring, Magic Wand. Из тех артефактов, которые собираются на Джаггернаута сейчас, разве что Magic Wand, все, на этом остановимся. Soul Ring ни в коем случае. Базилка, разве что в составе Аквилы. А ПТ на Джаггернаута. Нет, извините, есть фазы, они поинтереснее. Вангвард, вы вообще нормальный? Какой вангвард на Джаггернаута? Ничего такого. А здесь хвост нарезал с этим вангвардом. Все это работало достаточно мощно. Хвост идет без Blade Dance. Он не собирает криты, потому что у него нет дэмэджа в принципе. Ему криты нафиг не нужны. Конечно же, здесь не будет никакого башера на Джаггернауте, потому что это, ну, это по данной сборке глупо. И на тот момент казалось, это все очень нелепо. К 2015 году поняли, что и такие могут быть Джаггернауты. И согласитесь, лейт Джаггернаут с Abyssal Blade'ом, с Момом, с Энджин Яшей, с тем же Баттерфляем, который нарезает нон-стоп, и криты вылетают просто один за другим, тоже вещь достаточно полезная. Но здесь 2012 год, староверы просто Na'Vi идут старым пиком старой гвардии сносить команду IG. Healing Ward, который решает большинство вопросов, и, как говорил Хвост в одном из интервью, после матчевых, мы просто, говорит, взяли Джаггера, и команда IG немножко прифигела, потому что от этого Healing Ward'а не ожидали такой вопиющей пользы, которую он будет нам приносить. Они просто заходили на хайграунд и дрались, как было, в принципе, сейчас. Они заходили на хайграунд, сносили одну сторону, и Healing Ward выполнял все, что могла бы выполнить Мека, Гвардиан Грифс, да все что угодно. Ну и Na'Vi в данном случае тут преуспели, конечно. Так, я так помню, если не ошибаюсь, здесь тоже интересный мув будет. Варды поставила у нас команда Na'Vi. Поставила, причем в рошпит вниз. И все внимание на ласта. Примерно так все будет протекать. Жоу у нас Song of Siren. Вижен постепенно получает команда Na'Vi, но по-прежнему пока это работает не алло. Что здесь на Гасаре? Ну что, пошла у нас ульта от Жоу. Жоу застопил всех. Пытаются добить у нас Роху игроки команды IG. Роха по-прежнему живет. Нага забирает у нас Aegis. И Lost of Heaven цепляет у нас Дарксира. Дарксира развалили. Лост просто раздулся. Лост здесь слоу-граунда не будет давать Black Hole. Лост просто у нас гонит команду IG. Стоил ли Aegis того? Наверное, не стоил. Нага на лоу хп отсюда уходит. Нага у нас недееспособна. Лост уже у нас Killing Spree Streak имеет, и команда Na'Vi потеряла Руху, потеряла также Aegis, и при этом забрала двух игроков, а значит, может смело заходить на хайграунд. Killing Ward у Джаггернаута откатился. Хвост юзает Killing Ward, и посмотрите на его закуп. У него есть Владмир, у него есть Вангвард и Point Booster для хвоста. Как я понимаю, здесь Аганим, да, имеет место быть. Да, Аганим на Джаггере уже тогда был, он давал, как и раньше, 150 миллионов различных слов. Ну что, Дэнди у нас. Будет ли что-то красть? Ревэдж пошел у нас от Тайдхантера. И моментальный ревэдж у нас от Дэнди. Команда IG очень сильно потрепала хвоста. Хилингвард хвоста здесь не выхиливает, по сути. Ну и ждем Феррари, когда развалит у нас хвоста. Хвост здесь просто как будто неуязвим. У хвоста еще продолжает здесь большое количество хп быть. Мелифейс у нас Феррари. Хвост крутится и на Феррари. Хвост, в принципе, и отъедаться здесь может за счет Владмера. У него уже 200 хп. Ну и дальше за хвостом. Здесь хвоста, конечно, разберут. Команда Na'Vi в расцепную. Они отсюда уходят на хайграунде. Они потрепали тауэр мидлейновый, но при этом толком ничего не забрали. Ну и IG так голову приподняли немножко. Они по голде уже проигрывают 14 тысяч. По экспириенсу 12,5. Вот. Но при этом еще держится и держится, в общем-то, молодцом.
Ну что, по команде Na'Vi, что вообще по сборкам? Деньги вроде уже как накапали. Кстати, так долго идет матч. Такое ощущение, что в 2012 году немножко медленнее часы у нас шли. 23, даже 24 минуты сыграно. У НЧИ есть мека, у НЧИ готовится к покупке Аганим. Пупи тут по классике идет. Джаггер, все с тем же просто сумасшедшим вангвардом у него есть. Владмир, вангвард. ПТ Джаггер просто чокнутый. Рубик от Дэнди. Рубик от Дэнди во всеоружии. У него есть Даггер, у него есть форстаф. Супер мобильный Рубик от Дэнди. И знаете, вот я когда этот матч смотрю, или вообще смотрю матчи, в которых играет у нас Рубик, у меня немного... Меня немного печалит эта ситуация. Почему Рубика не дают все тому же Дэнди? Почему у него не получается играть на этом Рубике? Это еще одно сильное звено. Если Рубика... собрать в достаточно серьезные дамажащие артефакты, то почему бы этот Рубик не мог бы творить те же чудеса, которые Дэнди творил в свое время? То есть почему отдавать его как саппорт? Ну что, Дэнди в это время вместе с компанией игроков команды Na'Vi забирают достаточно быстро Жоу. Жоу юзает у нас Сон, разбивают Хиллинг Вард и будут стараться разбить команду Na'Vi. Скорее всего. У хвоста есть Омнислэш. Главное, дать бы возможность хотя бы кого-то его проюзать. Быстренько справляются с иллюзиями. Ну и здесь Нага Сайрен, кстати, идет через диффьюжер. Никаких радианцев. Жоу у нас через диффуза идет. Жоу старается быть полезным физически. Да. Ну что, пошла у нас тяжка. Ревидж от Дэнди. Просто моментальный. Блэк Холл от Ласта. Так и не проюзан. Потому что Лос здесь решает вопросы через Midnight Pulse. Лост просто стоит, машет руками. Вроде бы кажется, что и Black Hole дает Лост. А Лост, по сути, просто Midnight пульсом разваливает команду IG. Тут дэмэдж действительно колоссальный. Один из наиболее, по-моему, действенных вообще скиллов и наиболее дамажащих скиллов в доте любых времен, будь то 2015 или 2012 год. Феррари здесь еще играется с командой Na'Vi, но на этом, в принципе, матч-то и заканчивается. Ну что, вторая игра за коллективом Na'Vi. Они выигрывают этот матч и выигрывают достаточно уверенно. По преимуществу, я думаю, вы видите сами. 15 тысяч и 14 по курсу 2012-го. Это более чем дофигища. Чем отличительна эта игра? Конечно же, сборками. Тут без вопросов сборки зарешали. Ну, это Вангвард на хвосте, на Джаггернауте. Это Diffusal на Наге Сайрен, которая была у нас 100 саппортом. А если керри, то вот таким керри без радианцев. Ну и, в принципе, выбором Рубика на мидлейн. Рубик на мидлейн и Рубик от Дэнди тоже, видишь, достаточно полезное, интересное и давно, конечно, забытое, но приятно иногда вспомнить. Что, друзья, не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Будем очень вам рады. Ну и, конечно же, заходите в группу ВКонтакте. Не забывайте регистрироваться на наш турнир, который вот-вот уже готовится к своему старту. Регламент и вообще все вопросы организации будем освещать через 1-2 дня. Я думаю, что завтра уже будет полный анонс, регламент с таблицей, со всем-всем-всем, что полагается. Ну и турнир сам немножко позже, на третьей части этого выпуска, я вам скажу. У нас Retro International, ретроспектива на матчи прошлого. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Через 2-3 минуты вернемся на решающий матч данного Best of 3 противостояния. И посмотрим, как Na'Vi выбирались на гранд-финал второго в их жизни и вообще в жизни всего Dota Community International. До связи.